Что касается выступления артистов в любом городе, в частности, например, такого выступления, как артисты Горана Бреговича, да, в Севастополе, но это желание зрителей, идти или не идти. Что касается меня, Севастополь с его морем, с гармошкой вечерами, ну как туда не приехать? Вот, конечно, приехать, вот, если позовут, я всегда приеду.